Всем привет, друзья! Ну, спускаюсь я в этот забытый подвал. Такая маленькая предыстория, потому что, может, кто-то этого и не знает. Хочу сказать, короче, попала шабашка. Друг позвал, говорит, давай убраться надо в гараже. Ну, короче, начали убираться. И прикиньте, а здесь пол открывается. А хозяева, которые снимали вот эту квартиру, дом, они даже не знали о нем. Мы сюда спустились, и я тут подофигел. А это просто винодельня. Представляете? Здесь есть такие экземпляры. Ну, по батлам, по бутлям. Что тут вам рассказывать? Ну, вы сами понимаете, какое это все старое. Красивое. Смотрите, какие бутылочки. Вообще, он все в паутиночке. Сейчас мы посмотрим, какой цвет. А цвет просто компота. Короче... Я реально в шоке. Здесь такие агрегаты классные есть. Я передать вам не могу словами. Смотрите, что это такое? Какой-то, блядь, стол пыток. Ну и сразу же здесь есть оборудование по поводу выгнать это все. Пить, конечно же, там, если здесь есть грапа, то мы ее будем пить свежую. Если грапы не найдем, просто вот в этом углу там виднеются прозрачные бутылки, они прикопанные в земле. Просто такая, знаете, вот... Узвесь, как это, узвесь. Короче, есть достойные здесь экземпляры. Вон, смотрите. Вон, видите? Вон они, закопанные. Вот если то грапа, то мы ее будем пить. Если же нет, то мы просто возьмем и перегоним. Смотрите, какие бутылочки. Обалдеть. Вон, закупоренная, смотрите. Здесь, да, много там стеклотары просто какой-то. Ну, короче. Смотрите, а? Смотрите. Класс. Уже просто полки посыпались. Вот эти, конечно, агрегаты. Может, кто сталкивался с виноделием, кто-то подскажет. Вон, вот бутылка упала, разбилась. Вон, понюхаем сейчас. Я уже нихуя даже не пахнет, потому что она давно разбилась, видимо. Что, до встречи. Короткие видео в ТикТок, а длинные видео в Ютуб. Я вам говорю, здесь вон что-то закопано. Так что всем добра, всем удачки. Надо сюда свет провести. Хозяева не против, чтобы мы поснимали, рассказали всему миру о таких вещах под полом. Они сами в шоке. Какие-то штуки всякие, блин. Ну вообще, посмотрите, какие бутылочки. Что написано? Блин, она очень старая. Очень старая. Ну, есть штрих-код, но штрих-код когда еще появился? Ой-ой-ой. Короче, вот я сейчас держу бутылку в руках, а ей лет 40-50. Представляете? Ну, какие-то фрагменты ковки, смотрите. Класс. Короче, как-то так. И охренеть, когда мы это все перегоним и сделаем из этого грабу. Ух, красотища будет. Всем добра, всем удачки. На связи. Охренеть, что это за самогонный, бля, аппарат такой, а? О-о, тихо. Ёпта, сейчас что-то, блядь, завалит. Тут тоже какая-то система. Вот это, походу, самогонный аппарат. Пока не трогаем, там что-то даже на нем написано. Но вот здесь это, конечно... Что это такое? Ой, бля. Класс. Просто класс. Бля, повезло, что я сюда попал. Я просто в шоке. Они здесь, походу, винище херячили. Ну, не пили, а делали. Это ж сколько лет уже прошло, а? Бля, чтоб здесь не привалило. Бля, грибок, здесь опасно находиться. Грибка до хера, конечно. Ладно, всем добра. До встречи.